вами Саня, мы на канале Мисс Саня. Сегодня мы будем делать идею для Хэллоуина из бумаги. Привет, друзья! Наступает самый лучший праздник, да, осени, Саня, Хэллоуин. Страшно, страшно, очень страшно. У нас сегодня будем делать вот такие ногти. Это зеленый, но... Ногти Крюгера, Саня, мы будем сегодня делать. Кто такой Крюгер? Крюгер такой очень, он, знаешь, раньше был в страшилках, в таких фильмах ужасов, очень популярный Крюгер? Герой. У него все лицо такое обгорелое, он с таким свитером, все время с таким очень таким потрепанным и с такой шляпой. И он приходил всегда во сне к детям. Ты это и нападал на них. Ну давай, Саня, давай, суперская идея. Для этого видео надо лист бумаги. Да. Такой простой. Да. Потом фломастеры и настроение. Еще у нас есть вот такая вот светилка, которая вот. Покажи, что она тут сидит. Ну, она тут тоже уже. Саня. Как у тебя тут все классно. Вот. Смотри, видела Памкинс? Ой, кошку видела я, вот, да? Кошка какая-то, да, черная кошка. Зеленая. Так эту лампочку надо включить, когда уже совсем темно. На стену, наверное, да? Очень классно будет. Ну что, давай, приступаем. Да. Сколько мы их будем? Давай на всю руку одну сделаем. Пять? Ну так там... Не, давай один или два. Ну, два, давай сделаем два. Ну, хотелось бы показать вот всю эту, давай, знаешь. Два. Ну, давай. Ты свои еще снимешь пять же, либо даже больше, ну-ка. Чем пять. Да, вот так, да? Да. Потом вот, вот это. Подожди, давай я тогда вот так приду. Окей. Буду показывать, тогда зрителям потом... будет... Садись, мам. Ну, давай. Потом вот так вот. Да. Потом... Вот так вот. Да, молодец. Потом это, вот этот угол, вот сюда вот. Он был, должен быть очень четко и четко, да? Соспасть вот с этим уголком, да? Так, да? Ну, наверное, как лучше сделаешь, да, вот так она, этот палец будет качественнее выглядеть, я так думаю. Не знаю. Вот. Потом вот так вот. Да, молодец. Вот. Потом надо с как это называется? Ну, вот так понемножку брать, да, это и сворачивать. Сворачивать. Ну, вот надо, чтобы вот этот уголочек, да, он был вот очень-очень так, как стрелка, знаешь, чтобы как был такой ноготь. Вот так. Вот. Вот так у нас остается вот такой кончик, да? Уголок вот такой. Да. Его вот засовываем вот эту вот дырку. Молодец. Ну-ка. Вот. И вот тут-то вот есть вот такой вот. Вот. И туда и... как раз и помещает... Туда помещается пальчик твой. Да. Ну, давай еще один. Супер. Потом будем красить с фломастерами. Да. Красным цветом, как вот. Будто кровь. Да, Саня? Да. Не настоящая кровь. Нет, нет. Ну, конечно. В кетчуп будем макать. Или в варенье. Еще лучше. Саня, в варенье будем макать. Смешно. Не смешно? Да. Привет, Арка. Привет. Ну, вот. Опять то же самое. Угу. Так вот. Так. Угу. Ты уже видишь, у тебя даже быстрее выходит. Молодец, Саня. Я бы не сделала никогда такое. Это оригами, да, наверное? Угу. Что-то такое. С Ютуба. Вот. Вот этот Ютуб, да? Угу, угу, да, да, вот так, молодец. Вот, и опять сворачиваем так же, и опять у нас остается этот уголочек, его засовываем вот сюда,
И опять вынимаем. Отверстие такое, да, получается. И туда, вот в это отверстие, засовываем пальчик. Да. Это по пальцам, так, наверное, какой у кого, да? Если, наверное, пальчики очень такие... Как у куколки. Как у куколки, да. Так они, наверное, тогда можно и отверстие сделать поменьше. А вот если пухленькие пальчики, тогда отверстие должно быть больше. Спасибо, мам. Саня, это не про тебя. Ну почему ты так сразу реагируешь? И у нас уже вся рука почти. Или не давай, почти. Давай, давай, одевай. А почему у тебя один зеленый? Это, наверное, уже рука, когда, знаешь, начинает понемножку все разлагаться. Тело разлагается, Сани. Как страшно. Ну давай, бери. Вот эти будет. Вот это страшнее, наверное, будет. Ну-ка, покажи. Саня, ну очень классная идея. Ты знаешь, суперская идея, я тебе скажу. Супер. Выглядит. Сюда. Давай мы их немножко покрасим. А вот это вот сюда. Ну давай. Ну давайте снимем тогда. Тут вот. Идеи могут быть очень-очень-очень да. много. Я хочу, например, нарисовать что? Паутину. Ну давай паутину или такие черные, потом еще красные, будут такие черно-кровавые ногти. Потому что у него, так знаешь, как были, они такие, как ножи, блестящие, серебряные такие были. Помнишь, я тебе показывала, Саня, как выглядит Фредди этот? Нет, не помню. Не помнишь? Ай, помню. Вот если взять бы телефон, я бы тебе показала, как выглядит Нельзя. Фредди. Ну давай, тогда вот так. Паутина. Похоже? Похоже. Но у него не было паутины. Ну, а почему бы нет? Это твои же идеи, твоя идея. Mm-hmm. Как ты нарисуешь, так и будет у тебя. Тут вот желтым будет. Ну, не будет страшный, он будет красивый такой, прикольный. Почему? Почему бы нет, да? Если с этой... Оденешь маску, покажешь, Саня? Подожди. Угу, хорошо. У нас как-то сегодня очень тихо, Саня, нет? И какие-то звуки идут страшные. Ты не боишься? Не тролль. Не троллишь. Троллю? Ага. Почему ты так думаешь, что я троллю? Я сама боюсь. Ага, боюсь. Ты помнишь, когда мы с тобой в этот смотрели ужастик, я прикидывалась, что я не боюсь? Да-да-да, а мама в другой день... Я так боялась. Я даже боялась места встать. И до комнаты дойти. До спальной комнаты боялась дойти. А Саня пыталась до нее довести, что я совсем не боюсь. А страшный такой фильм был. Прям до мурашек. Ну, а мама боялась, а я нет. Ты про Скородимус? Да. Так вот. Он был совсем не страшненький. Сейчас вот этот будет такой посмешный. «Вскрытие» называется по-русски этот фильм. «Вскрытие». Когда патологоанатомы занимаются своим делом. Ну, не будем, наверное, на детском канале об этом говорить. Ты вот Но свой фильм открой, уже... и вот... Да-да, и тогда и говорит он, да, на что-то такое. На эту тему. Ну-ка, давай, покажи свои ногти. Но. Я не знаю, как хотела сказать. Саня, ногтяры. Ну вот. Этот на этот. Этот на этот. Этот на этот. А имеет смысл на каждый, потому что у нас же ногти разные, эти пальчики разные. Нет. Как делается? Можно, правда же, на мизинец немножко поменьше там сделать, например, да, Саня? Скажи. Они так пахнут, понюхай. Кровью. Этот желтый какой. Ой, еще же два. Что я? Еще один. Мама! Давай, давай, лезь. Что с ними делать? С ними ничего невозможно делать. Еще одного не хватает. Нет, давай. Давай!
А давай когда-нибудь сделаем 24 часа в этих ногтях. Ты что, у тебя опухнут руки? Так сними. Когда ты снимешь, у тебя будут опухшие пальцы. Потому что там, знаешь, потом... Ну и как-то... И смотри, вот так как делаешь, они не снимаются. Вот, видишь? Ай! Ну ничего, один упал у нас. Ку-ку. Так, ну... Саня, у тебя падают твои пальцы с рук. Ну что, покажемся? Давай, кто тебя снимал? Я не один. Давай я тебе помогу. Вот. И это, подай на припитание. Саня, ты смотри, так? Ой, браво. Ну что? Ставь лайки, кто? Подписываемся и всем пока-пока. Ставим лайки, подписывайтесь и всем пока. Пока-пока. Оператор у тебя был классный, Саня. Прямо. Подожди.